Сегодня президент Азербайджана встретился с послом нашей страны. Ильхам Алиев анонсировал скорый уже 5-й визит в Беларусь. Он состоится на следующей неделе. А также встречу со своим коллегой, более того, другом Александром Лукашенко. Под стать отношениям между президентами и уровень партнерства между странами. В этом году товарооборот вырос втрое и превысил 330 миллионов долларов. Образцовым Ильхам Алиев назвал и сотрудничество в области машиностроения. В Азербайджане собирают белорусские грузовики и тракторы. Баку и еще один приморский город Сумгаит связали электропоезда «Штадлер». Будущие переговоры на высшем уровне призваны придать сотрудничеству еще большее ускорение. Уровень взаимного доверия настолько высок, что мы обсуждаем все вопросы двусторонней повестки дня, региональные, международные вопросы. Хорошие показатели видим в экономической сфере, рост товарооборота тому хороший пример. Также уже функционирует и торговое представительство Беларуси в Азербайджане, Азербайджана в Беларуси. Промышленная кооперация демонстрирует, думаю, исключительную эффективность. И эти проекты, которые мы наметили с Александром Григорьевичем, реализованы. Сегодня это укрепляет промышленный потенциал Азербайджана. Также, по словам президента Азербайджана, в Баку пристально следили за недавним саммитом Организации договора о коллективной безопасности. Геополитическая ситуация на пространстве СНГ, меры по снижению напряженности в регионе – эти темы Александр Лукашенко и Ильхам Алиев также подробно обсудят на следующей неделе.